доктор, не могли бы вы меня принять? Я уже третий день сижу под кабинетом в очереди, а вас все время нет на месте. Вы что, не видите? Доктор занят. Уважаемый доктор, вы нарушаете права этой женщины тем, что игнорируете свои должностные обязанности. И если вы ее не примете, она будет жаловаться. Понял. Прошу вас, проходите. А вы правозащитница? Нет. Но у меня была похожая ситуация, и они мне помогли. Спасибо вам большое.